Друзья, благодарю за то, что вы с нами. Вчера обсуждался вопрос покупки нашей земли. К сожалению, сумма собрана недостаточно. И юристы договорились, в пятницу у нас следующая встреча. Будем решать, что можно сделать и как выйти из этого положения. Я благодарю вас за то, что собрана половина суммы. Друзья, это очень тяжелая, давящая просто на нас проблема. Но решая проблему с землей, мы не должны забывать и о том, что каждодневные проблемы выползают также каждый день. Подбросили щенка, подобрали котенка, кого-то прооперировали. Долги в клинике зашкаливают. Это приют. Это каждодневная трудная рутина. Лохматая душа, ребята, жива только благодаря вам. Я прошу вас, не бросайте нас, ребята. Судя по той помощи, которую мы получаем сейчас, отозвались не все. И, скорее всего, это зависит от того, что не все успели прочесть наше сообщение. У каждого из вас, скорее всего, есть домашние проблемы, которые давят на вас также. Но я хочу, чтобы вы помнили, друзья, вы – наша жизнь. Без вас нам не выжить. Тот, кто предложил руку помощи лохматой душе, уверенно сделал это осознанно. Творить добро в нашем мире очень трудно. И тем не менее, человек, способный сохранить в душе доброту, это человек. Мы не знаем, что нас ждет, когда. Но уходя из этого мира, мы берем с собой только наши добрые дела. Давайте все вместе творить добро. Сейчас у нас самая главная проблема – это земля. И тем не менее, прошу вас, от того, что мы занимаемся землей, собаки не перестают кушать и не перестают болеть. И я прошу вашей поддержки и помощи. Я буду выкладывать все наши новости. В пятницу, после следующей встречи с юристами, я также выложу новый ролик и документально его подтвержу. А пока прошу вас, разбросайте наш пост дальше. Для нас это шанс выжить. Прошу вас, помогите. Помогите. И не стесняйтесь переводить по 100 рублей. Каждая копейка – это жизнь нашего приюта. Спасибо вам, люди. Мы вчера оформили валютный счет на фонд, то есть для переводов из-за рубежа. Реквизиты в этом ролике сейчас вам выложу. Кому-то удобно работать с картой ВТБ. Реквизиты карты мы также выкладываем. Это по вашим просьбам, друзья. Возможно, кто-то отзовется. Возможно, наш ролик посмотрит кто-то из людей, у которых благополучие позволяет помочь. Приюты всегда выживали за счет того, что находились меценаты и спонсоры. Лохматая душа не исключение.
мы ищем и призываем всех состоятельных людей. Обдумайте, пожалуйста, нашу просьбу. Пожалуйста, отзовитесь, проверьте наши счета, проверьте нас, присмотритесь к нам. И, возможно, вы захотите с нами сотрудничать. Возможно, захотите взять под свое крыло. Нам необходима ваша помощь. С искренней надеждой к вам, лохматая душа. Вы очень нам нужны. Отзовитесь, прошу вас.